Всем привет, всем здравствуйте. У нас сегодня на интервью игрок Академии Харлама, 24 номер Аванесов Данил. Данил, привет. Здравствуйте. Как тебе сегодняшняя игра? Вообще пару слов о соперниках, да и о игре в принципе. Очень понравилось. Соперник достойный. Хорошо играли. Ну а как вообще скажешь по поводу такого преимущества большого? То есть, ну соперник же реально неплохо смотрелся, а как вам удалось такое преимущество для себя сделать? То есть за счет командной игры, то есть вид, у вас, кстати говоря, вот ваши тройки, ты же играешь вместе с Терешкиным и Зыком, я правильно понимаю? Да? Долго вообще играть, потому что сыгранность просто бросается в глаза, прям долго играть. На тренировках вообще отрабатываете там взаимодействие? А тренер вам что по поводу сегодняшней встречи сказал? Ну а вот конкретно как-нибудь, какие положительные моменты выделял? Первый черт. Ну все, ладно, я тебя понял. Спасибо тебе большое. Пускай и не совсем расширено, но все равно спасибо тебе за эти ответы. Отдыхай, обязательно готовься к следующим играм. Удачи тебе. Надеюсь тебя увидеть. Да уже ты в гонке бомбардиров. Надеюсь тебя там увидеть в первых рядах. Спасибо.